Так, ну вот мы и внутри. Упс. Ну. Так. Ага. Да, мы внутри. Надо нажать Escape. Нет, не надо нажать Escape. Надо нажать буковку G. Устраните Кэмп. Фак. Давайте сразу врубим зрение, чтобы все тут узреть. Да. Смотрим наверха. Нету тут ни хрена вообще. Есть только какой-то гребаный план. Давайте посмотрим. F. Ну, нам сюда, да? А сзади мы, наверное, там выйдем. Нас будет ждать наш друган. Ну, перелезть это для нас не проблема. Что произошло? Слушайте, у меня такое чувство, что как будто бы экран меньше стал. У меня, наверное, глюки. Хотя фиг его знает. Может, и не глюки. После этого... Абсенты у меня такие глюки. Давай. Джей, что там написано? Что тут у нас в прессе пишут? Есть один способ отлучить от церкви любого, даже верховного смотрителя. Как это сделать, описано в книге, которая хранится в архиве. Мне это вообще пофиг, я не понимаю даже, о чем мне сказали. Ну, короче, в архив нам нужно, походу. Смотрите, вот тут, походу, перья Кингспарроу, готов поспорить. Нет, тевянская руда, сволочи. Я хочу перьев. Мне нужны перья. Нужно... О, смотрите, отличный шанс. Ёпарас это. Мразь. Блин, я хочу за него переместиться. Ёпарс это. Блин, я аж замолчал на время. Ну ладно, если что, у нас есть дротики. 7 штук. Ну, нехорошо, что нас встревожили. Точнее, я встревожил их. Блин, а еще у нас время есть. Где у нас время? Он на четверке. Да, отлично. Вот когда будут тут тёлки, мы возьмем время. Остановим. Я думаю, все мечтали об этом сделать. А, нет. Я не хотел этого делать. Шутил. Вот давайте того жахнем. Да ёпарасете, блях, ты муха, давай, уже заколебали меня, уроды долбаные, в натуре вообще капец. Так, ладно, все, харе, с ними играться, надо уже наяривать. Наяривать, надо наяривать. What's up? Или что он там сказал? Ну давай, 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 думай. Они меня слышат, что ли? Встревоженный засранц. Оу, oh, yeah. Что ж такое-то? Ладно, давайте остановим. Или не надо останавливать. Просто такая простая, казалось бы, задача, а вот с ней так долго справляюсь. Так, ладно. Значит, делаем следующее. Сейчас. Что мы делаем? Сейчас. Где этот говнюк? Да это что такое? Слушай, а может их нельзя вырубить так? Что-то я не пойму, нифига. Да ну в жопу тогда с ними заморачиваться. Black Magic. Чпоньк. А если тебе в глаз засажу? Это ч... А, все нормально. Все, пошли в жопу. Будем всегда так делать. Ну давай, перелази уже. Кончонтыш, давай. Граната. Ой, да они террористы, посмотрите, у них гранаты. Что ж такое-то? Мне не нужны гранаты. Вот поэтому-то я их не смог чпокнуть сразу. Так, как там? Нафиг это я сделал? Ну, пофиг. Очень круто, когда вот так восстанавливается мана. Когда она вся голубая, это очень прикольно. Болты. Ну и нафиг нам эти болты. Там еще чувак какой-то стоит. И вон еще кто-то ходит. Давайте лучше вот так вот будем перемещаться. Целебный эликсир соколом. Ну, берем что? И вот, а, слушайте, а я там медную проволоку, по-моему, забыл. А где? А, вот она. Больше ничего нету. Запрятали. Ссаные разработчики. Так, ну что мы делаем? Для начала нужно включить зрение. Ух ты, ёпарс, ты посмотри, сколько там ценного. А как же нам туда попасть-то? А, вот дверь в натуре. Ну-ка, если...
Он меня заметит? Наверное, да. А может и нет. Ладно. Сейчас мы будем с ним тут развлекаться. Оп. Давай восстанавливайся. Манка. Манка. Манка, манка, манка. Да, можно с ними взаимодействовать. Можно их так отшпиливать, как отшпиливилить. Да валяйся тут что-то. Тут. Так, монтажный, бальзам, пружинная мина. А их продать можно? Пружинную мину можно прикрепить к любой поверхности. Просто прицелитесь и нажмите правую кнопку мыши. При приближении врага мина сработает, взорвавшись облаком шрапнели. А сонные мины какие-нибудь есть? Да погодите со своими минами. Блин, она у меня что, даже поставилась, что ли, куда-то? А, стоп, сердце! Сердце-то я забыл. Так, там ничего не было. Впереди одна, две руны костяных амулетов по нулям. Берем глаз. Твою... Нарушитель? Ты что, издеваешься? А чё он шлем это... Чё он мечта оголил? Добраться до цели вы можете разными способами. По улицам и переулкам, по крысиным норам. К крышам и стокам. Экспериментируйте. Ауе, я люблю экспериментировать, мои дорогие. Я такой экспериментатор. Лучше со мной не связываться. Мне нравится так делать просто. Вот здесь у нас ни хрен... А, слушайте, тут... Круто, тут тоннель. Блин, но я боюсь, я наверху какую-нибудь фигню пропущу. Поэтому давайте сначала... все тут осмотрим. Главное, чтобы этот говнюк сюда не пошел ко мне. Блин, он... Не, он ко мне не идет. Я не хочу ничего пропускать на алтаре. Я... Что он сказал? Сколково? Мне показалось. Там по-любому в этом ящике что-нибудь есть. Твою ты. Случайно забрался. Ой, назад, назад, пожалуйста. Оу-е. Так, давай, свались, пожалуйста, вот сюда. Да не кидай ты его, блин. А то услышит еще этот говнюк. Ну все, сейчас мы будем с этим развлекаться. Кого, блин, ты с кем разговариваешь, чувак? Ты вообще охреневший какой-то. Давай, давай, иди, иди. Опа! Да, я. Все. Вали отсюда. Да тут ни хрена нету, кстати. А, вон там люди какие-то. Пули, тут бальзамчик. Бляха ты муха, много народу здесь. Он сюда что ли идет? Он себе же хуже делает. С одной стороны. Оп, ни хрена. Ну ладно, давайте все-таки через этот тоннельчик спустимся. Уж больно мне эта идейка понравилась. А, подожди, вот еще тут. А, это внизу как раз таки. Так, а там у него какая-нибудь граната по-любому. Что произошло? Ладно, неважно. Ох, и шуму мы делаем. Но без... Блин, что за звуки какие-то стрёмные? А где эта зеленая хрень? Что-то я не пойму. Что это такое? А, подожди, вот что-то. А как это открыть? Или это не надо открывать? А, вот оно что. Так, что это было, я забыл. Игрушка антивианская, да. Бальзам Пьеро. Ну, зачетно, зачетно. А сколько у нас монет? Да блях ты мух, как собака монеты посмотрели, гребаные. 2000, я не знаю, много ли это мало, но мне кажется, нормально. Сохранение. Странно, я ничего не нажимал. Видимо, надо было взять эти штуки. Давайте побыстрее. Монетки вот еще парочку. Почему я использую темное зрение, спросите у меня.
Потому что в натуре видно все. Крутачок. Потому что все вот эти монетки, всю эту хрень видно. Вот смотрите, берем. Болты нам не нужны, да? Это что? Тоже нам, это уже не влазит. Наверху там никого нету, вроде бы. Все, прыгаем сюда. А где мы, я даже понятия не имею. Видите, сохранение какое-то. А, подожди, так там никого нет. Наверное. Да, тут никого нет. Гребаное одно место. Че тут у нас? А, подожди, нет, остаться. Остаться, остаться. Ну да, вот там всякая медная проволока осталась. А, можно выйти здесь. Канцелярия Верховного Смотрителя. Ну мы здесь были, блин, я это место вспомню. Вот тебе и медная проволочка, пожалуйста, первая, да, потом что еще. А тут вообще светло, нет? Да, тут достаточно светло. Сейчас мы быстренько тут все осмотрим. Ну скажите, вот что тут может быть ценное? Ну что-нибудь да может быть. Ну да ладно. Ладно, ребятушки, давайте все-таки... Мы вон там еще, на той стороне были, к сожалению. Ну пофиг. Я думаю, многие скажут, ты что, дурак? Давай уже быстрее проходи. Или наоборот. Что там написано было? Не успел. Куда? А, псарня. А кто-то скажет наоборот. Обследуй все, ты что, лох? Ну, если бы я не снимал, я по-любому все обследовал. Есть один способ отучить от церкви. Это же было вроде бы умение. А, у нас... Зачем нам умение высветили? Нас... Стоп, подожди. А руны-то, ёпарсеты. Там же руны, точно. Точно, ребят. Вот теперь и оправдание. Точно, рунки-то мы забыли. Ёп. Подожди, или где они, не пойму. Где-то там. А где это они? Но там не было вот. Наша задача какова вообще? Подождите. Блин, я не знаю, какая наша задача. Инструкция. Че, они меня нашли, что ли? Где наша основная цель-то, ёкарный ты? Подожди, подожди, где-то наша основная цель. Вот она. Встретиться. Найти Эмили. Стоп. Я ни хрена не понимаю. А что это за место вот это вот? Псарня. Может, это какая-то дополнительная локация? Я очень буду... Я буду этому очень рад. Опа, собака какая-то. Вы чё, охренели? Слушайте, а её можно как-нибудь усыпить? Блин, этим как... Oh, yeah. Ну, короче, не дротиками, я хотел сказать. Ладно, всё-таки идём туда, к рунам к этим. Там можно в кабинет пройти, я видел. Всё, давайте, не будем уже терять времени. Я, точнее, не буду терять времени. И будем двигаться... Я буду двигаться дальше. Привет, Гамадрил. Надеюсь, ты меня не заметишь. Я на это очень надеюсь. Давай, потиши, потиши еще. Чпонькс. Сволочь такая. А, нет, подожди, нормальная. Нет, не сволочь. Прошу прощения. Слушай, кто... А, это он спит. Храпит, засранец. Так, ну чё, сердечко, подскажи нам, где рунка. Вот она здесь. Блин, круто, можно пройти сюда. И другая наверху. Ну давайте сначала вниз спустимся. Я не знаю, сможем или отсюда потом отсюда выбраться-то. Где-то рядом есть руна. Ну, зашибись, значит, мы здесь. Так, это чувак с той стороны. Даже не один, ёпарасете. А, стоп. А вообще, где я? Блин, как мне отсюда выбраться-то? Вы что, охренели, что ли? Я уже весь тут запутался. Я просто боюсь пропустить руны. Я куда-нибудь попру не туда. Может, тут где выход был? Нет, нам не надо сюда. Да не надо нам сюда-то.
Так, где я? Я уже весь запутался. Че, это сигналка, что ли? Ну и нафиг ее отрубаем тогда. Правда, при этом теряется монтажный инструмент. Так, там рун нет, хорошо. Слушайте, а это реально, походу... Я даже не знаю, прочная дверь. Это что? Это охрана, что ли? Так, а руны на этом уровне, да? Да, на этом уровне. На, я надеюсь, они здесь. Так, давайте-ка вот эту хреновину возьмем. Почему-то нельзя. Кто там? Никого. А на люстру можно будет залезть? Да можно, можно. Круто. Ладно, извиняюсь, но я еще разочек возьму это зрение. Итак, берем. Чуть такой-то. Это где-то внизу. Итак, берем зрение. Да, берем зрение. Черт, давай, давай, давай. Сюда, текай отсюда нафиг. Берем сердечко. И... Так, ну вообще прекрасный шанс. Ты кем ты там подглядываешь? Надеюсь, грохота не будет, когда он... Надеюсь, нет. А что там он подглядывал? Баба, что ли, голая какая-нибудь? Слушайте, это хороший знак, раз он туда смотрел. Это и есть, наверное, та... Нет, это не псарня. Блин, сколько тут ходов-то, ёпарасете, а? Грёбаный батрак, ты посмотри, что творится. Псарня, все-таки это другая локация какая-то. Где нет ни хрена никаких рун, да? Руны здесь. Но как их достать? Какая-то хрень. Блин, я не знаю. Ну, в смысле, как достать? Надо идти дальше, как? Твою ты... Вали отсюда нафиг. Закрывай дверь. Хорошо, что я его все-таки убрал. Я имею в виду убрал в плане... Да, ну в жопу. Ну, следовало вообще его вырубить. Сейчас посмотрим за ним. Ну, давай, давай, смотри, гнида. Давай. Давай, давай. Сам главное, чтобы сюда не пошел. Не хочу шуму поднимать. Давай еще вот туда вали куда-нибудь. О, давай, давай. Так, тихо. Чпонькс, и все. Ну, надеюсь, больше сюда никто не придет. Поэтому оставляем этих перцов здесь. Сверху. А, хотя там еще какой-то гамадрил. Ну-ка, давайте-ка его. Или у нас не получится его вырубить. Да кто знает, я понять не имею. Все, еще разочек рунку. Внизу, внизу рунка. Фигово, фигово это. Уж я не знаю, куда. Вот тут три человека каких-то. Куда там, блин, идти? Я понять не имею. Ну, давайте потихоньку двигаться, блин. Сначала пройдем, наверное, наверх. У нас есть сколько-то там, 4 дротика, это мало достаточно. Мне кажется, маловато. Бери эту хрень! Все, вы находите... Блин, капец. Вот, смотрите, псарня здесь рядом. На задний двор. Большой план, однако. Фигово это немножко. Мне это не очень-то и нравится. Но радует то, что у нас много бальзамов. Этот чувак меня сейчас смущает, потому что... О, вот это круто, вот это все, меня он не смущает. Давай. Чё они там смотрят, блин? Может шум сделать? Опа. Чё, услышал? Ага. Да блин, чё ты там пугаешь меня? Давай уже иди сюда или нет? Дверь бы, блин, ещё... О, вот это... Иди в твою дивизию. Чё это было, блин? Он вообще ничего не заподозрил. Фу, ё-моё. Вот это круто, то, что сюда так можно пройти. Давай, 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 давай. Вырубай. Ну и я думаю, здесь никто не будет ходить.
Поэтому оставляем его здесь. Подожди, а тут еще... Нафиг, подальше. От греха, от беды подальше, скажем. Так, вот тут через окошко можно было залезть. О. Что произошло? Вот тебе и руна. Оу, oh, yeah. Теперь нам нужно... Еще внизу найти. Блин, народу там до хрена. Это вообще жестко. Читайте пока, что они там говорят, потом. Потом мне перескажете. Вы не откажетесь выпить. Ёпарасете. Он сказал фак или мне показалось? Блин, они меня спалят, наверное, здесь на люстре. Или нет? Пока не надо, отрубим зрение. Я в скрытом режиме, в принципе. Убить? А можно усыпить? Подожди. Убить Кэмпбелла, убить верховного... Устранить написано. Давай вот эту штуку сюда присобачить. Отправить один или оба бокала в кабинете. Отравить, блин. Можно было отравить. А кого капитан вот этот вот? Дверь сама закрылась. А, надо убить все-таки. Или не надо? Подожди, я два? Ёкарный, ты, блин, напугали меня. Вы что, охренели, что ли? Два дротика. Не очень круто. Ой, блин. Что же они так носятся-то? Цель спасена, Карноу. А, подожди! Стоп, я не выполнил, что ли? Сделайте все, чтобы он остался жив после визита. Сообщите Каллисте. Значит, Карноу, это они за ним побежали? Что-то я не въехал, наверное, в задание. Это вообще стоит там. Ему насрать, походу. Все, я выполнил, нет? Надо убить. Походу, еще не все. Давайте там отымеем его наверх. Чуть-чуть такое было сейчас. Давай. Ну. А, нельзя, что ли? Можно. Блин, зашибись. Ну, пущай будет так. А где этот Карноу-то, блин? Лодочник Самуэль. Ну, это... А, я понял, это дополнительное... Дополнительное задание. Помните, тетка нам что-то там предлагала? Жахнул! Отлично. Да, блин, микрофон, что ты делаешь? Зачем ты падаешь? Каково, ребят, разговаривать с собственным микрофоном? Вам когда-нибудь доводилось? Такое потрясающее занятие. Мне да. И много раз. Причем не во время записи. Ну вот, мы, собственно, изучили эту локацию. Теперь осталось найти гребаную руну. Где этот кусок каменного говна? Блин, он... А, он прям под нами. 18 метров, однако. Однако, друзья. Хотя, какие у меня друзья. Братишки. Так, ладно. Теперь да, нужно найти способ попасть к этой руне. Блях ты, муха. Извините, я подождите. Я пробегусь, не против. Не получилось. Че это было, блин, вообще? Он че, ушел? Вот дурак-то. Балбес. Ладно, балбес так балбес.
Так, вот туда еще надо сходить. Или не надо туда ходить, а что там? Поэтому тут ничего нет интересного. Да ёб твою. Ладно.